Шалом, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы поговорим про деньги, которые переходят от одного человека к другому. Знаете, как некая энергия, которую Бог создал, и она, в принципе, переходит от одного человека к другому. Великий царь Соломон написал, что есть человек, который благ перед Богом. И вот Бог ему дает мудрость, знание и радость. А грешнику Бог дает заботу копить, переживания за деньги. И в конце концов, как пишет Соломон, для того, чтобы отдать его деньги, вот этого грешника, тому, кто благ перед ним. Для того, чтобы понять немножечко в этом, разобраться в этом стихе из книги Коэлит, нам нужно просто вот разбить площадь на две части. Здесь есть человек, который благой перед Богом, а здесь человек, который грешник. В чем благо этого человека? В том, что он, имея мудрость и знания, еще имеет радость. А грешник имеет вот эту вот заботу копить. У него нет той повседневной радости от денег, от любого количества денег. Что делает Всевышний? Передает эти деньги от одного к другому. Мы знаем, что в той же книге Коэлет царь Соломон рассказывает нам про ситуацию, когда у человека избыток мудрости, то есть чем больше он продвигается в мудрости, написано, тем больше у него злости. Чем больше знаний, тем больше скорби или боли. Так Всевышний через Соломона говорит нам. То есть люди, у которых мудрость и знание порождает вечную, знаете, такое вот лицо озабоченного человека. Такой человек не удержит то, что у него есть. Во всех отношениях, во всех аспектах своей жизни, все, что у него есть, в конце концов перейдет тому, кто радостен перед Богом. Потому что цель мудрости и знаний – быть еще в радости. В тот момент, когда человек плачет о том, чего у него нет, это порождают суды. Потому что каждому из нас Всевышний что-то дает в этой жизни. Все уже расписано изначально, и если у человека чего-то нет, значит так нужно. И в тот момент, когда ты плачешь об этом, ты просишь у Бога дать тебе то, что не твое. Ты хочешь отбить какую-то чужую территорию, и в этот момент порождаются суды на небесах. И даже если ты это имеешь, потом это очень-очень большое сомнение, или ты это удержишь. Поэтому человек радуется тому, что у него есть. У него есть много денег, он радуется. У него есть мало денег, он радуется. Что бы там ни было. И вот я желаю нашим зрителям, во-первых, много-много блага. Много мудрости, много знаний, много денег. Чтобы это все приводило вас к радости. Я очень благодарен тем, кто смотрит наш канал, кто помогает нам, кто продвигает наш канал. Шалом, шалом.